Что, что убежала? Убежать в день рождения от своих подруг? К сожалению, я сегодня не смогу пригласить вас в гости. Конечно. Я слышала, что у вас вчера описали имущество. С чего ты взяла? Мы скоро заплатим, вот увидишь. Я вижу, как ты каждый день отказываешься от завтраков в школе. А сказать почему? Твой отец всем должен. Ему никто не верит, он банкрот. Мисс Рэйчел Кроухорст. Это я. И я к вашим услугам. Вы кого-нибудь ждете? Пойдем, покатаемся. Мисс Кроухорст, вы не желаете продлить прогулку? Я хотела бы рассчитаться. Протяните, пожалуйста, ваши руки. Здесь ровно 34 фунта. Можете не считать. Прокатная контора братьев Доу всегда к вашим услугам. Откуда у тебя столько денег? Отец подарил на день рождения. А почему одними шиллингами? Потому что он давал постепенно, в течение года. А я бы так не смогла. За один час мы проездили все твои завтраки. Мы не опаздываем? До начала передачи еще 5 минут. А-а-а. Нам снова открыли кредит. Представь, все видели передачу об отце. А это вам от хозяина лавки. Скажи, отец пошел на это из-за нас?
Мы опоздаем, девочка. Неудача постигла Чея Блайза. Ему предстоит нелегкое дело. Новый рекорд. Деньги на ремонт получите сегодня. Ты обманул меня. Новости. Он не собирается бросать эту гонку. А что ему остается делать? Не только сохраняется, но и увеличивается тенденция к сокращению рабочих мест. Можно жить с комфортом. Если подчиниться и лгать. Дональд благополучно добрался до берега после шторма. Вот фотография. Я никогда не видела такой фотографии. Это новая фотография.